All I need is love, 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 love. All I have is love, 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 love. Я уже окунулась после дороги. Сказать, что я в восторге, это вообще ничего не сказать. Вода чистейшая, прозрачная. Она такая мягкая, когда ты заходишь в нее. Виды. И она немножко солонее. Глаза даже немножко щипят больше. Солонее, чем наше Одесское море. Сейчас покажу ближе. Тут такой галька-песочек. Но приятный, нормально. Но чистота воды – это что-то с чем-то. Такой чистой воды я даже на наших украинских Мальдивах не видела. Это восторг, просто восторг. Там где-то Людочка плавает, но я ее потеряла из вида. А вот она. Плавает. Маску забыли. Валера говорил, бери маску, но я не думала, что тут будет настолько прозрачная вода. Я даже не думала, что надо брать маску. Ну, там не шутит, наверное, зачем маска нужна. Не буду я нырять. Но тут грех не понырять. Смотрите, это прозрачность воды и виды. И что сказать только за виды. Людей море. Очень много. Почти как в Одессе, только море другого цвета, пальмы и домики белые. Людочка подойдет к нам. Сейчас мы спросим ее впечатление. А я сразу нырнула и не ожидала, что вода настолько соленая. И у меня так глаза защипло. Начала резать соль глаза. Поэтому лучше нырять с маской или хорошо закрывать глаза. Но водичка такая теплая и мягкая-мягкая. Наша Людочка плывет. Людмила Павловна, рассказывайте ваше впечатление. Чистенькая водичка, прозрачная, а теплая какая. Это для детей самый кайф. А детям бы тут, конечно, поотрываться. Ага. Так, надо сюда с семьей приезжать срочно. Пошли, Ирочка, там где песочек. Если я Иру привела на камни, там где ниже могут быть. Сейчас придем на песочек. Сейчас такая галька. Да, галька. Ну, красивые даже камни. Смотри, какая красота. Я в шоке. Вода, смотри. Куда ни посмотрю, везде восторг. Я говорю, вот это море, даже то, что номер маленький, да, оказался? Да, да, сейчас расстроился. Перекрыл все расстройства. А сейчас хорошо так. А сейчас мы просто балдеем и просто отдыхаем. Две сестрички решили провести время вместе. Уехать аж куды. Аж куды, даже на море. На море тебе сбежали. В разведку, потом даст Бог. Может, еще кого-то возьмем на следующий раз. Боже, какая красота! Не могу нарадоваться. Я желаю каждому побывать здесь. Честно, искренне. Чтобы у каждого была возможность здесь побывать. Okay. Хотя бы разочек. Все-таки мы решили прогуляться по берегу. Про берег решили прогуляться. Найти другое место. У нас очень мало времени. У нас всего лишь 7 дней, и мы хотим все и сразу посмотреть, попробовать, испытать. Завтра поедем на экскурсию на кораблике, тоже оставайтесь с нами, будет интересно. Да. Проваливать песочек. У нас тут массаж. Такой шикарный. И скраб, да, для ног? Да. Очень много местных приезжают сюда с детками. И мы тут с Людой. Да, класс. А тут мельче, видишь, песок? Ой, ну это даже не песок, это ракушки, да, какие-то? Это ж не песок. Ой.
О, проваливаюсь. Я проваливаюсь. Так, находимся мы в Греции. Халкидики. Ой. Правда, я ничего не понимаю, что люди говорят. Ничего не понимаю, что люди говорят. Я не выучила слова, которые нас обучали. Я плохая ученица, двоечница. Людочка, веди нас. Будем учить вечером слова. Вечером будем учить? За ужином. Хорошо. Коротко про мою память, которая ничего не помнит. Сколько людей. Как в старые добрые времена. Когда-то мы ходили с Валерой по обзорам пляжей. Люди отдыхают, люди не знают, что такое воздушная тревога. Люди не знают, что такое взрывы. Наслаждаются жизнью, и я за них очень рада. Я хочу, чтобы у нас тоже наступил мир. Люди радовались жизни. Я сейчас помолчу, а вы послушайте атмосферу здесь. Карапузики классные. Я так теперь хочу сюда своих детей. Мне так хочется, чтобы они тут поплавали. Конечно. Николька, чтобы побегала по бережку. Так, надо просто загадать, и все будет. Пальмы. Смотрю на детей. И скучаю за свои. Я так далеко от них не уезжала и надолго. Да, но места нет. А вот за вот там место, да? Давай. А мы будем видеть? Это будем бросать вещи. Зато тут песок, нету камней. На камнях нас предупреждали, могут быть морские ежи. Вот. Ну, здесь купались. Накупались. Как ты сказала, бархатная вода, да? Бархатная, такая мягкая, как приятно. Заходишь, и скажем, тебя волакивает своим теплом. Потому что я же нежная. Вода нас как будто ждала, да? Как мать родная. Люда, Ира, я вас так долго ждала. Да вы... Я вот назад была здесь, на этом месте. В этом месте прекрасно. Мы знаем, мы с тобой наблюдали. Ирочка захила со мной еще раз повторно. Да, а в этот раз я говорю, Люда, бери меня с собой. Я уже местная, тоже все знаю. Да, ты уже все знаешь. С тобой не страшно, так что поехали. Мы собрались и поехали. Нет, да. А родные нас в этом поддержали. Это самое главное, да. Но вода супер, вот, сказка развернулась. А вы посмотрите на этот вайб. Горы. Сейчас покажу. Смотрите, там пальмы. Я говорю, Люда, как во сне. Пальмы, я вижу пальмы, море и горы. Это какая-то мечта. Это просто мечта. А это видео, да, включилось? Да. Здесь море, в принципе, да. Thank you.
Ну как водичка? Вообще, вода изумительная, теплая, бархатная, ласковая, такая приветливая, как я. Да, похоже на тебя водичка. Да, да. Я люди говорю, что я не там родилась. Греция твоя страна, да? Я себя тут как дома чувствую, я прям... Так тянуло. Греческое имя, ты сказала, Ирина. Имя да. Греческое. Все твое. Еда вообще моя любимая. Еще ничего попробуем еду. Сейчас. Мы еще будем пробовать еду. Да. Вообще. Я уверена на 200%, что мне еда это зайдет. Ура. Потому что меня тянет сюда. Тут я себя чувствую просто... Ну класс. Действительно классно. Спасибо Людочке, что она... В прошлом году съездила, показала пример, что можно выезжать, путешествовать в такие места. Взяла меня тоже с собой за компанию. Я очень счастлива. Отдыхай, Ирочка, наслаждайся отдыхом. Впереди много интересных дней. Да, у нас Люда дальше очень много приключений, так что следите, будем снимать. Будем вас с собой брать. Да, на наше путешествие. Может, еще прямой эфир, да, выйдем, может быть, если получится, да, мы попробуем выйти в прямой эфир. Да. Так что, до встречи. Я вам тут немножко решила красивого заката на фоне Людочки красивой. На фоне красивой Людочки у меня тут красивый закат. Ты чуть-чуть засвечиваешься, но это все равно красиво. Очень красиво. Людей, море. Уже собираются. Мы тоже сейчас с Людочкой подсохнем. Да, посмотри, пойдем. И пойдем тоже смывать соль в себя морскую. И пойдем кушать. Закат. Люда, нам тоже такие фотографии, да, надо сделать? На фоне заката. Красивенько. Уже закат. Так, мы уже собираемся. Уже подсохли. Собираемся, да? Да, уже идем. И идем. Хочется уже сполоснуться, одеться и пойти на ужин. Ну и покажи, Ирочка, какая. Ну пройди, сиди вперед чуть-чуть. Куда идти? В другую сторону. Где было видно полный рост, да? Иду. Я не знаю, я не могу. Тут все хочется снимать. Тут каждый шаг, да, каждое движение. Куда ни посмотришь, везде инстаграмные вот эти картинки. Очень красиво. Мы тут с Людочкой. Восторгаемся просто. Теплика на улице, нету такой парилки. Нет, кстати, тут нету такой влажности, как в Украине. Мы когда ехали в автобусе, мы все были мокрые. Кофточки, костюмчики наши промокли. А когда сюда приехали, тут нету, оказывается, этой влажности неприятной. Тут тепло. Тут высокая, но влажность нет. Тут какая-то такая мягкая теплота. Да, какой-то воздух такой суховатый, да? Да. И не потеешь. Да. Мы тут с Людочкой пришли в ресторан перекусить. Сейчас выбираем. Смотрим меню. Тут есть и по картинкам. Ну, как-то можно понять. Картинки и сразу есть... меню, то есть понятно, что и как, и что почем. Цены покажу. Что-то к нам никто не подходит, да, этот перчик фаршированный. Здесь уже дети полно. Люда нас. Мы хотим с Людой попробовать кальмар. Ой, нет, кальмар, да? Осьминог. Да, будем пробовать осьминог.
И интересно попробовать греческий салат. Классический, ну именно греческий. А то мы дома делаем греческий салат. Интересно попробовать настоящий греческий. Джус, да? Yes. Orange. Thank you. Тут так шумно. Я отвыкла от шума такого. У меня дома 6 детей, но не так шумно. Ну, греки собрались на ужин. Вы греки на гости, да? Целыми большими семьями собирают столы. Несколько столов собирают, единый стол. И так громко едят. Общаются. И так громко общаются, но это классно. Мне нравится. Принесли нам сок пока за начало хорошего отпуска нашего. Мы решили выпить сачка. Ну, мы так задержались чуть-чуть. Поздно приехали, поздно поплавали. Не хорошо, но заканчивается. Я выйду. Да. Я не прошу. Да. Сейчас будем ждать нашу еду. Только тут такая путанина непонятная, да? Все бегают, суетятся, мы не знаем, как там. Сейчас 10 часов вечера. Тут с такими малютками. Папа, мама гуляют. Дети не спят. У нас в 9 часов дети спят. Тут гуляют. Проспать, да? Да. Я уже в 10 часов засыпаю. Так интересно. Тут все бегают. Такие тарелки тяжелые носят. Да. Горы посуды носят. А шумно так, и все бегают. Ой, ждем. Что, наконец-то мы дождались. Так, это греческий салат. Сейчас будем пробовать и учиться готовить. И октопус. Я уже выучила новое слово. Это жареный осьминог. Ну что, будем ужинать. Людочка уже первая ест, говорит, вкусно. Ну давай меня сними, реакцию посмотрим. Ира первый раз октопус будет есть. Вот, кстати, специальный соус, покажи. Так, просто есть, вот так отрезать есть? Да. Это даже желание. Первый раз свиного кушаешь, да? Живется хорошо. Ага. Вкусно? Вкусно. Угу. Греческий салат. Да? Чувствуется энергия, да? Да. С дымком. Угу. Приятного аппетита, вкусно. Нам хлеб еще дали. Салат сейчас буду пробовать. Греческий. И оливки. Здесь какие-то большие куски. А ты смотри на, да? Эти оливки. Брынзы. Оливки огромные, да. И огурец. Сейчас попробуем, я скажу, я так делаю или нет. А, лук еще. Да. Конечно, мы по-другому делаем. Я без лука делаю. Попробуем хлеб. Класс. Вкусно, да? Мы такие не ложим, да? О, подальше я сниму. Мы такие не добавляем, или? Нет. Это я в прошлый раз уже покупала такие. Домой. Вкусно? Мы по-другому делаем, да, немножко салат? Все похоже. Похоже, да? Мы делаем похоже, только либо другие. Когда гурман попал в рай. Мне тут все вкусно. Тут, короче, как называется, забыла, октопус по-русски. Осьминог. Осьминог. Тут интересный соус из нута.
И еще такой лимончик выдавили сюда. Лимончик с оливковым маслом, да, похоже? И когда вот этот свиножек макаешь в этот соус, вообще бомба. А нутовый соус очень вкусно. Я вот с хлебом ем, как бутербродик, очень вкусно. А такой салат мы с Валерой делаем каждое утро, то есть ничего нового, кроме оливок. Ночное море. Ну, оно даже ночью прозрачное. Только мы прыгать не будем с людьми? А спуска тут я не вижу, да? Надо прыгать. Ну, короче говоря, море идеально, очень красивое, даже сейчас. Ночной бассейн. Освещается. Потом мы еще выйдем, покажем его и днем. Я сейчас хотела показать ночью, как он освещается, вот эта территория, тоже красиво, да, освещается. А ты, значит, сидишь, водичка журчит, да? Медитация, да? Медитация такая, да. Можно полежать себе просто, да. Отдохнуть. Отдохнуть. Если я тебе надоем в комнате, ты можешь сюда прийти. Поспать, да. Если я буду храпеть, то вот тут лежаки свободны. Место полное, да? Мы уже дома. Объели все, устали. Будем отдыхать. Я уставшая, но счастливая. Будем отдыхать, потому что нас ждет завтра новое приключение. Пока.